Казанский федеральный университет с визитом прибыл генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсеф Аль-Осеймин. Гостя встречал проректор по внешним связям КФУ Ленар Латыпов. Традиционный визит начался с экскурсии по историческому музею Казанского федерального университета. With this long history, good education in science and technology will be so proud. I'm very proud to be here, very honored to be here. После нее генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества встретился со студентами Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета для обсуждения вопросов ислама и мусульманских народов. By the way, they are not Russians. I mean, they are mixed from all over the world, which is to the credit of this university to host so many nationalities, because if the education here is no good, they will not come. Напомню, что Юсеф Аль-Осеймин находился в Казани с 9 по 11 мая. Помимо Казанского федерального университета, генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества посетил международный экономический саммит «Россия. Исламский мир». На протяжении этих трех дней гостя сопровождал председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаммедшин. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз.